Доброе утро. Ну, как ты? Освоилась? Когда тебя вижу, всегда все хорошо. Паш, мы договаривались на работе. Да ладно, ладно, моя белая госпожа. Павел, вернитесь к своим обязанностям. Добро пожаловать в отель «Элеон». Здравствуйте. Да ладно. Что, серьезно такая фамилия? Гнида? Как же вы в школе учились, Ольга Николаевна Гнида? Вы что себе позволяете? Прошу простить нашего портье за неопытность. В качестве извинений предлагаем вам номер люкс. У меня и так забронирован номер люкс. В таком случае ужин в ресторане за наш счет. Благодарю. Пожалуйста. А уж целый люкс для одной гниды. Еще одна такая выходка. Я звоню Элеоноре Андреевне. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня забронирован номер. Добро пожаловать в... Ваш номер 202, а паспорт мы позже вернем, он нужен для оформления. Хорошо. Ой, простите, я такой неловкий. Ничего страшного. Было даже приятно. Ты не представляешь, что ты сейчас пропустила. Сначала я заселил гниду, а потом транс. Давай, тушься, тушься, дыши, главное. Дыши, главное, дыши, дыши. Давай, поднапрягись, родная. Головка показалась, я принимаю внимание. Внимание, головка показалась, я принимаю. Ушлите, новый король кухни. Поздравляю, коллега, роды прошли успешно. Ну, как же мне этого не хватало. И мне. Ну, теперь-то мы с тобой зажжем тут. Это да, да. Че встали-то? Веселье закончилось, всем работать, обмылки. Кальмар мне в глотку, какие мы серьезные. Паш, я нашла милый ресторанчик и предоплата небольшая. А не-не, не волнуйся, я все оплачу. Но это же и моя свадьба. А я против. Так, не кипятись. Прости, для меня это первая свадьба и... И последнее, я надеюсь. И очень важно, чтобы я все оплатил. Я понимаю, но... Извините, у меня просьба стихийного характера. Позже поговорим. Извините. Павел? Да? Вы не могли бы очень срочно купить 2 билета в Большой театр? Если не хватит, я добавлю. Наверное, да. Извините. Михаил, Винсент Шу. Джун Юзгала. Как же я ему завидую. Кому? Себе в прошлом. Пришел, приказал, ушел. Даш, ты не знаешь, как купить 2 билета в Большой театр? Гость просил, очень надо. Знаю. А поспорим, ты не сможешь это сделать. Прости. Прости, прости. Я тебя прошу это сделать. Во имя всего, что между нами было. Как это было лишнее. А если я попрошу как друга? Давай. Еще никакой премии вам не будет. Понятно? Извините. Михаил. А я, кстати, Алла. Очень приятно. А вы знаете, что в переводе с арабского ваше имя означает богиня? У вас не будет зарядки на телефон, я свою запутала. Секундочку. Прошу за мной. Опа.
Оля. Какой вы быстрый. Для мужчины это не всегда комплимент. Спасибо, вы меня очень выручили. Сколько я вам должна? Ну, вообще-то зарядка не продается, она мне дорога как память. А если вы про чаевые, то с красивых девушек я чаевые не беру. Ну, ты прям настоящий афро, Стас Михайлов. Укротитель женщин. Во-первых, не ты, а вы. А во-вторых, работай, тетенькин сынок. Вот вам самый полезный салат! О, хорошо! Все полезно, что в рот полезло! Помидорчики, помидорчики. Это что такое? Это Федя? А, я объясню сейчас. Вы, наверное, видели в интернете там повар, который солит так через локоть. А Федька придумал так салат заправлять. Да, вот такой как бы писающий как бы повар. Такая как бы фишка. Говорит, люди потянутся. У нас ресторан со звездой Мишлен. Если да. Люди узнают, что у нас так заправляют салат маслом... Да. Это вообще масло? Это масло? Это масло, конечно. Вот попробуйте. Нет, нет, спасибо. Арсений Андреевич? Да. Разберитесь. Поставки обсудим позже. Да, конечно, хорошо. Ты нормальный вообще? Так подставлять мне перед Софией. Это ж ты меня так учил салат заправлять! Федь, если она тебя увидит еще раз за каким-то таким делом, я тебя больше защищать не смогу. Понял? Билет в театр. Вот. Я не нашел. Последний. С вас еще 20 тысяч. Вы не смотрите, что там написано по 45 тысяч. Это перекупщики просто совсем обнаглели. Понимаю. Спасибо. Разрешите пригласить вас на бал в Большой театр? Еле достал билет. Еле достали, значит? Да, было сложно. Полдня простоял в очереди. В результате купил у наглых перекупщиков. Бедный, бедный. Знаете, я сегодня не могу. У меня другие планы. А я нашел нам еще 30 тысяч на свадьбу. И то всего за час. Здравствуйте. Приятного аппетита. Извините, что вас тревожу. Я, наверное, лезу не в свое дело, но я это не могу больше держать в себе. Не держите. Вы очень нравитесь нашему Михаилу Джековичу. Знаете, такой черненький, загорелый. Он просто боится сделать первый шаг. Но он очень нерешительный. Нерешительный? Я бы не сказала. Поверьте, я его давно знаю. Весь день только про вас говорит. Да? Mm-hmm. Ну, что же он говорит? Ну, он говорит, если бы красота имела два конца, в одном конце были бы вы, а в другом конце некрасивая женщина. Короче, у меня с русским это не получается, но, понимаете, он... Я-то таких комплиментов насчет женщины еще не услышал. Прикинь, это баба Джековича втрескалась. Везучая собака. Да, короче, еле его отмазал. Угу. А ему пофигу. Субординации никакой, все, шуточки свои шутит. Вот что с ним делать, дядь Борь? Ну, посоветуй, ты же мудрый. Старый. За мудрого тебе спасибо. Ну, знаешь, я в 90-е открыл ларек. А? Ну, там жвачка, сигареты. Угу. Друга позвал, тогда с работы только было. Угу. Сначала все хорошо было. И потом он... оборзел. Я ему говорю, поезжай за товаром. Угу. Я не могу. Угу. Ну, потом кирпичем на голову упал и все. Ты что, своего друга кирпичом, что ли? Не, ну это позже уже было, когда он на стройке работал, когда я уволил уже. А! Угу. Вот это я к чему говорю? Я не знаю. У тебя два путя. Либо ты его уволишь, угу. Либо ты будешь терпеть. Все. Давай, наливай, дядь Боря. Сейчас хряпну, пойду с Федей поговорю.
Открыто! Вы просили меня подняться? Да. Вот билеты. Вы, конечно, очень симпатичный, но с вами я в театр не пойду. Да что ж такое? Никто не хочет со мной в театр. Билеты не понадобились, спасибо. Я надеюсь, вы не хотите деньги обратно, потому что билеты невозвратные, по-моему. Нет. Сходите сами. Спасибо. А что за выпендрюля не захотела с вами в театр? Она не выпендрюля, а особенная. И, как оказалось, неприступная. Как говорил бывший хозяин этого отеля, нет неприступных женщин. Здесь только неправильный подход. Вот что любят женщины? Если бы я знал. А я знаю. Они любят, когда им башню сносят. Снесите ей башню. Прыгните с парашютом. Покатайтесь на воздушном шаре. Займитесь серфингом. Она не устоит. А театр — это... Извините. Так, все, ушел, все. Михаил, спасибо еще раз. Что бы я без вас делала? Я думаю, просто купили бы зарядку за углом. Там магазин все для красивых женщин. Обожаю мужчин с чувством юмора. А вы не хотите сегодня вечером составить мне компанию и поужинать? Алла, я бы с удовольствием. Но я боюсь вас подвести. Слишком много работы. Ну, если передумаете, вы знаете, как меня найти. Слышь, Федос, поговорить надо. О, а я как раз тебя ищу. Смотри, мне Айнурка фотки прислала. Во! Помнишь, ж первый день, как мы с тобой познакомились? Ты, конечно, толстая, как белуга беременная. Смотри, какие мы с тобой молодые. Ищу. Дарья, я тут подумал, если вы не хотите идти со мной в театр, может быть, вы хотите со мной полетать? Сами мы летать не будем. Давайте просто покатаемся на воздушном шаре. Извините, у меня много работы. Ну, что с ней делать? С ней не знаю. Приезжают завтра утром. Извините. Простите. Дело важное. Я хочу пригласить свою невесту в театр. У меня два билета в большой театр. Кого пригласить? А вы не знаете? Это шикарная блондинка. Согласилась выйти замуж за обаятельного сербского гастарбайтера. Это ненадолго. Это вы в вашем браке? Михаил Джакович. Извините. Совет – любовь. Алла, я знаю, что вы делаете со мной сегодня вечером. Федор! Ты почему не работаешь, а? Ты что, думаешь, здесь можно что хочешь делать? Что можно шутить здесь, можно бездельничать, можно здесь шутить, да? Я только что салат доделал. Не надо доделывать ничего, надо... Работать надо! Синь, я работаю. Ты что так нажрался, братан? Кто? Блюдо от шефа. Стейк по-дижонски. Я сейчас приготовлю. Мы с тобой договорим, понял? Да ты что, я сам приготовлю. Ты ж хлам. Только ты сам хлам. Я шеф-повар хлам. Ага. Сам все сделаю.
Сень! Да, Юль. Привет, моя самая близкая подружка. Понятно. Что надо? Даша, поручай. Меня тут, короче, на роль утвердили. И через полчаса съемки. Приведи, пожалуйста, мои туфли. Они в шкафчике в пакете лежат. Не поняла, а почему ты сразу с собой не взяла? Так я думаю, меня не утвердят, как обычно. Ну, привези, тут недалеко. Я тебя отблагодарю, когда Оскар получу. Я тебя с Ди Каприо познакомлю. Угу. Ты пока Оскар получишь, Ди Каприо помрет. Даже, ну, пожалуйста, жалко, что ли? Давай, присылай адрес. Ваше блюдо от шефа. Стейк по-дижонски. Он передержан. Я заказывал medium rare, а не medium well. Переделайте, пожалуйста. Я хочу выпить за самую красивую девушку в этом ресторане. За вас. Так. Этот иностранец уже достал, говорит, вы слишком долго переделываете. Да? Да пошел он. Ух ты. И ты вместе с ним давай иди, чтобы он по дороге там не потерялся. Все, готов. Сень, ты... что ж ты делаешь? Упала котлетка. Сень, Сень. Отойди. Отойди, я сказал. Вот. Медиум рер. Что происходит? Вы сумасшедший? Вот так вот пошел вон с моей кухни. Я инспектор Мишлен. Инспектор. Пошел на... Excuse me. Руки убрал и уволен ты! Почему? Потому что ты мой друг, ты понял? Поэтому уволен. Провалился. Я очень недоволен всем, что здесь увидел. Так, и что? Поэтому я лишаю ваш ресторан звезды Мишлен. Это важная новость. Конечно, окей, какие вопросы. Я хотел бы сказать... Все, заработало. Павел Аркадьевич, вы видели? У Джековича-то получилось? Такую бабу заарканить. Да, бабу. А, я девушку. Какую девушку? Он сейчас ее в номер приведет, разденет, а там его ждет маленький сюрприз. А может, и большой? Павел, извините, я тут краем уха. А что за намеки-то? А я к тому, что Джекович сейчас в номере развлекается с мужиком. Я видел ее паспорт. Она трансформер. То есть он. В чем дело? Это правда? Что правда? Что у тебя интим? Это как? Ну, как? Ну, правда. Как же так, Миша? И что, ты ничего не заметил? А? Я заметил, что София замуж выходит, а я свободный мужчина. Что хочу, то и делаю. Не унывать же, один раз живем. Тебе понравилось? Еще бы! Любому понравится. Ну ты не обобщай. Миша. Иду! Ну что же, старик, это все-таки твой выбор и дело твое все-таки. Да. Вот, я подошла к бомжу, который играет на гитаре. Вообще-то я не бомж. Извините. Видишь слева белый шатер? Вижу. Давай, выходи быстрее, забирай свои туфли, иначе я подарю их бомжу. Я не могу, меня гримируют. Заходи в шатер. Видишь перед собой коридор? Шагай туда, Алиса. Угу. Здрасте. А кастинг здесь проходит? Да, проходите. Спасибо. Сюрприз. Сейчас мы с вами немного
Полетаем? Что значит полетаем? Подождите, я не согласна! Даша, вижу по лицу, вы не очень довольны. Но оно и понятно. Я вас обманул, подругу вашу подговорил. Просто я хотел сделать сюрприз. У вас все в порядке? Как вы думаете? Меня всегда тошнит на высоте, поэтому я не соглашалась. Надо было соглашаться на театр. Извините, мы вам тут немножко... Ничего. Я такое каждый день вижу. Все, кончилось, романтика. Опускаемся. Нашли ресторан, лишили звезды Мишлен. Руководство очень недовольно. Арсений. Да. Только за ваши заслуги мы вас не увольняем. Но понижаем до рядового повара. Во как. Угу. Значит, а теперь послушайте меня. Я либо шеф, либо не работаю вообще. Не глупи. Мужу своему так скажешь. Ну, значит, вы уволены. Я уволен. И кто у вас будет шефом-то? А кто у нас су-шеф? Поздравляю. Значит, теперь вы шеф. Согласны? Take me by the hand to the place where I belong. Tell me what kind of a fool am I to spend my nights alone. До свидания. Увидимся. The siren song. Hey! What you say, girl? Паш. В общем, я знаю, что тебе это не понравится, но я верю, что ты поймешь меня правильно. Я уже внесла 100% предоплату за ресторан. Ты на меня не злишься? Как я могу на тебя злиться? Потом. Мы же договаривались. Можно мне мой паспорт? Пожалуйста. Это же паспорт моего брата. Вы что, заселили меня по этому паспорту? Простите, ну просто это такой, какой вы мне дали, я сейчас переоформлю. Hey! What you say, girl? Let's make tonight the start for you and me. Hey! Won't you stay, girl? There's nowhere in the world I'd rather be. Ну все, давайте. Не поминайте лихо. Сень, не уходи с горяча, братан. Не брат ты мне. Ну как сюрприз? Понравилось? Как полетали? Слышь, Мариарти, на, забери свою туфлю. Так тебе и надо. Hey!